Сразу три депутата Госсовета могут лишиться руководящих постов из-за нарушения закона о гостайне. Такое предписание, как пишет Коминформ, председателю регионального парламента направило ФСБ. Речь идет о вице-спикере Валентине Жиделевой, председателе комитета по социальной политике Сергее Артееве и председателе бюджетного комитета Степане Чуракове. За санкции должны будут проголосовать их коллеги, при этом, как подчеркивается, они сохранят статус депутатов. Как прокомментировал нашему телеканалу депутат Госсовета Леонид Вокуев, его коллеги-депутаты должны были все предусмотреть, чтобы избежать сложившейся ситуации. То есть они не известили соответствующие органы о том, что если выезжаешь за границу, обязательно должно быть уведомление. Этого сделано не было. Ну и речь идет еще о неоднократных случаях. Те люди, о которых сегодня идет речь, это активная, позитивная часть нашего Государственного совета, которые занимают государственные должности. И, безусловно, сегодня среди нас вот какой-то осадок сожаления существует. Но вместе с тем факт о том, что данными депутатами у нас нарушено законодательство о гостайне, он имеет, безусловно, место. Отстранение Валентины Жиделевой, Сергея Артеева и Степана Чуракова от государственных должностей в региональном парламенте может состояться уже на следующем заседании осенней сессии Госсовета Коми. Выявленные нарушения обычно влекут лишение допуска к гостайне и, как следствие, невозможность занимать лицам государственные должности.